Всем привет! Сегодня мы будем присутствовать на заседании круглого стола, который приурочен к развитию детского телевидения. И проходит оно в здании Илтумен. На собрании присутствовали приближенные к телевидению и кинематографу люди, а также активные деятели искусства. Все они высказали свои идеи и предложения по поводу продвижения детского телевидения. Например, известный режиссер-мультипликатор Константин Тимофеев предложил очень интересную идею. Было бы очень хорошо, если в недалеком будущем у нас в республике появилась своя маленькая анимационная студия, которая делала бы якутские мультики. Также были рассмотрены и проблемы, касающиеся этой сферы деятельности. Самое популярное – это как вызвать интерес у детей. Поиск качественного контента. Детское телевидение, конечно, должно стать центром притяжения для подрастающих поколений. Оно должно быть современным, идти в ногу со временем. Мы надеемся, что мы сегодня продвинулись хотя бы в понимании проблемы. Лично для меня было очень приятно услышать, что в планах на первом месте стоит создание отдельного детского канала республики. Вы только представьте, у нас будет собственный канал! Надеемся, что после этого заседания детское телевидение выйдет на новый уровень, и много юных корреспондентов смогут заниматься любимым делом.